Договаривались с вами, что 1 числа 3 часа придем, как вы нам сказали, и придем вот то, что вы просили, чтобы вам там купили. И вот мы даже немножко, конечно, еще там, как сказать, там ваш наказ там перевыполнили. Мы тут вот, знаете, вот такие вот хорошие детские вещи такие. Спасибо большое. Это все новое, там колготки, трусики, там вот. Какие-то платья, там, кепки, знаете, вот так. Спасибо. Но вот это, честно говоря, от чистого сердца, от коммунистов. Спасибо большое. Так что, спасибо. Потому что детей чужих не бывает, это дети наши. Они дети нашей республики, а мы жители нашей республики. И поэтому они нам родные, как свои родные дети. От лица всех жителей нашей республики мы выражаем вам благодарность. Не только от коммунистов, а от всех жителей республики. За то, что вы в такой трудный час для детей, вы за ними присматриваете, их воспитываете. На самом деле, действительно, человек человеком становится, когда за ним хорошо присматривают, воспитывают. Все начинается с малых лет. Так как мы знаем, что у вас дети маленькие, с 3 до 7 лет, поэтому мы постарались со своим активом и с помощью других жителей, индивидуальных предпринимателей, собрать хотя бы маленько вещей, одежды для того, чтобы дети всегда были одеты, обуты. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, работаете, и от всего сердца желаю вам, чтобы ваши дети, ваша семья тоже была счастливой, полной. Ну, вы нас извините, пожалуйста, мы не сможем детям вас спустить, так как у них сейчас тихий час, но с эпидемиологической ситуацией мы детям посторонних не пускаем у нас. Медики следят за их здоровьем, они как наше око, мы следим за их здоровьем. Спасибо за ваше великодушие, за то, что не оставляете наших детей, за то, что не забываете про нас, наше учреждение. Часто приходите, поддерживаете нас, это для нас очень важно, мы это очень ценим, спасибо большое. А подарки, да, мы детям передадим. Канцелярию они будут летом на санаторий, когда будут приезжать, там будут пользоваться. А одежду мы в лагерь с собой заберем. Спасибо. Коллектив КПРФ пришли поздравить вот в этот детский дом, вручили канцелярские товары и вручили также одежду, колготки, там маечки, футболки, обувь. Я считаю, что это хоть и немного, но это было подарено от чистого сердца. Уважаемые наши подписчики, наши жители Республики Тувар, желаю, чтобы в ваших семьях дети росли здоровыми, счастливыми и всегда на их лицах были улыбки. Спасибо.